Так, друзья, хочу показать вам еду, которую здесь подают в городе Айя-Напа. Вот, по правде говоря, я не знал, что такая будет большая тарелка, но это и радует, что такая большая тарелка, конечно. Вот это вот, так, это у нас, я так понимаю, баранина, правильно? Баранина, вот это что такое? Вот это. Картошка, по-моему, такая тоже разваренная. По правде говоря, я не знаю, что это, но я впервые вижу вот такую какую-то своеобразную, странную картошку, если это картошка. Потом вот это вот, как это, баранина, это понятно. Потом морковка, брокколи, вот эти салаты какие-то. Помидор какой-то зеленый. Ну так, чисто кусманчик положили. В общем, но тарелка зато здоровая. Я думал, такой маленький кусок принесут. Потом вот эта вот порция. Это что у нас? Кусочек рыбы. Ага, это рыба, картофан. Вот тут соус, я так понимаю. И вот это тоже салат, да, как бы идет. Да. Помидоры там вот такие. Салаты не брать, еще такие салат. Дела, да. Да, еще один. Просто, да, да, просто мы думали, что маленькие порции будут. Но получилось все очень по-другому. Потом, видите, отдельно салат еще вот этот идет. Типа греческого. Как он, есть у меня название какое-нибудь? Ну да, типа греческого. В общем, типа греческого салата. Ну, называется деревенский. Но деревенский у них другой обычно бывает. А, не-не, все правильно, вот с этим капустой. В общем, вот это деревенский салат и хлеб. И чесночный, вот такой хлеб. Так, и стоит вот эта штука. Это стоит 11.50. Вот это стоит 11. Вот это стоит 4,50, а хлеб 2. То есть 11 плюс 50 плюс 11 будет 21,50. 21,50. 22,50. Да? А, да, да, да. Да, да, все правильно. 22,50 плюс. Плюс вот это сколько? 4,50. 22,50, 26,50, 27. Правильно? Да. И хлеб? 2. 27, 29. 29 евро. Ничего себе. В общем, за 29 евро сегодня гуляем. Не на шутку гуляем сегодня. На неделю надо сегодня наесться. В общем, за 30 евро, ну еще плюс чаевые, где-то 32 евро получится. Это мы сейчас находимся в городе Айя-Напа, остров Кипр. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Всем, кто ест со мной, мне там люди писали, что они вместе со мной тоже едят, когда я ем. Вот, я всем вам желаю очень приятного, приятного, вкусного, смачного, сочного аппетита.